Всем привет, друзья, это канал Масолемп. В работе у нас Шкода Октавия. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Видите, задняя арка у нас готова. Максимально все обработали. Толщина достигает данного полимера 4 мм. Также данный компонент служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это немного все подсохнет. Ну а пока ждем, мы клеим в подарок штатные подкрылки таким вот шумовибропоглотителем. Видите, он двухкомпонентный. Это черный у нас вибропоглотитель. Серый — это шумопоглотитель. Толщина его 4 мм. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере колокольчиков. Видите, справа от меня обработан. Такой глухой звук, слева голый. То есть сами можете услышать до обработки, после. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!